Спокойней, помедленнее. Так. Прогнозируйте уходы, прогнозируйте правую соперника. На 2-3 шага прогнозируем уход. Подходим, давайте вот то уступало в ринге. Как вы считаете? Вопрос, почему в ринговой дисциплине до рычаги используется больше сотни? Открывайся, немножко, ну, закрытый срок. Ну, он быстрый сам. Соперник, наоборот, стоечки такой, что на ручке ждет. Блокируешь, потому что, в принципе, люди менее маневренные, потому что площадка закрытая, и при меньшем маневре у них возможности как бы вот, дальние на среднюю дистанцию входят его меньше. Они сам стоят уже на средней. На расстоянии удара сам стоят. На расстоянии удара получается такая ситуация. Вот здесь, смотрите, вот то, что мы сейчас говорили про руку, на деле касается то же самое.
Вот я бью юбчаги, вот у меня зона поражения. Вот отсюда до сюда. Юбчаги еще более-менее. Например, да? Вот и все. Вот здесь уже юбчаги нет. Понимаете, все, он прошел. Обчаги то же самое. Но обчаги чуть получше, но все, тут обчаги нет. А доля чаги, он и здесь есть, он и здесь есть, он и здесь есть. Понимаете? У него зона поражения очень большая. Вот в этом интерес. Соперник даже если начинает движение, а ему что-то в корпус двигает. Как бы на юбчаге, вот я начинаю здесь учать, он пишет меня вперед, прям на руку, на руку. Вам все. Понимаете? И у меня проблема. А с долей чаги вот он идет, да, вперед, а, все равно он продолжает. Сюда идет, все равно будет доля чаги. В этом плане легче. То есть я не проваливаюсь, не справлюсь с этим. Хотя тоже есть вопросы, как бы, определенные. Но доля чаги в этом плане легче всего. Вот именно из этих соображений. Хорошо? Потому что зона поражения, круговых ударов больше. Пандель доля чаги, доля чаги.